здравствуйте. В эфире Хабар 24, хроника криминальных и чрезвычайных происшествий дня. С вами я, Анастасия Шайнусова. Сегодня в выпуске. Легковушка врезалась в самосвал. Что стало причиной смертельного ДТП в Алматинской области? До 7 лет лишения свободы грозит жителю ВКО, обокравшему продуктовый магазин. Гибель юного мопедиста. Назначена экспертиза. Сдам квартиру недорого. Какое наказание понесет мошенница, сдававшая остальчанам несуществующее жилье? Полиция Алматинской области выясняет обстоятельства страшной аварии на Кульджинском тракте, унесшей жизни двух человек. Автомобиль «Мазда» врезался в самосвал. Погибли водитель и пассажир легковушки. По словам очевидцев, грузовик двигался по трассе в восточном направлении, когда «Мазда» внезапно вылетела ему навстречу. Избежать столкновения не удалось. Причины ДТП устанавливаются, однако, по предварительной информации, на иномарке были установлены колеса разного размера и в разном техническом состоянии. До 7 лет лишения свободы грозит жителю ВКО, обокравшему продуктовый магазин. 38-летний мужчина нанес владельцу ущерб в размере 350 тысяч тенге. Работница магазина сообщила, что злоумышленник проник в помещение, взломав решетки. Он похитил с кассы 200 тысяч тенге и опустошил витрины, прихватив с собой 13 блоков сигарет, 15 бутылок спиртного, а также 30 плиток шоколада. Воришку задержали по горячим следам. Стражи порядка изъяли вещественные доказательства. В настоящее время мужчина с санкцией суда арестован. По данному факту начато досудебное расследование по статье 188 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Кража». Подозреваемому грозит ограничение свободы на срок от 2 до 7 лет, либо лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества. Как защитить бизнес от воровства? Убедитесь, что ваши помещения достаточно освещены. Установите качественную систему видеонаблюдения. Установите систему контроля и управления. Наймите сотрудника службы безопасности. Не давайте никому неограниченный доступ к зданию. Поставьте надежные замки во всех точках здания. Экспертизы по факту ДТП с участием несовершеннолетнего назначены в Алматинской области. 17-летний водитель мопеда погиб, врезавшись в автомобиль. Авария произошла в поселке Байсерке, где на одном из перекрестков столкнулись Toyota Camry и мопед. По словам водительницы легкового авто, мотоцикл она не заметила. От полученных травм юный мопедист скончался на месте. Два года может провести за решеткой мошенница, сдававшая людям несуществующие квартиры в столице. Жертвы 26-летней аферистки из Шымкента стали как минимум 7 человек. Девушка размещала в интернете объявления о сдаче в аренду квартир, которых на самом деле не было. Потерпевших подкупила низкая цена. Под предлогом срочности и большого количества желающих снять жилье, подозреваемая требовала предоплату в размере от 10 до 50 тысяч тенге. Получив деньги, она переставала выходить на связь. Полиция устанавливает остальных потерпевших. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Мошенничество». Также устанавливается причастность подозреваемой к совершению аналогичных преступлений на территории столицы. Призываем граждан ни в коем случае не доверять незнакомым лицам, без проверки не производить оплату за услуги. Как не потерять деньги при аренде жилья? Не переводите деньги заранее. Попросите удостоверение личности хозяина и проверьте документы на недвижимость. Всегда заключайте договор аренды. Это обезопасит вас в случае возникновения конфликта. Что должно вас насторожить? Заниженная цена, квартиры в районах с большим спросом, минимум информации. Только осторожность и личная ответственность помогут защититься от мошенников. Будьте бдительны. Если вы стали очевидцем какого-либо происшествия, то делитесь информацией с редакцией программы «По горячим следам». Наш электронный адрес kisikshibolem@gmail.com. На этом у меня все. Увидимся на телеканале Хабар 24.